Там еще сейчас водичку попьем. Тут все нормально. Да. Идем, пойдем, да. Пить минеральную воду. С кем, например? Вот, вот знаешь, это молчу молча. Ты знаешь, ты когда-нибудь историю... Даже отошел. Точно, да? Серьезно, да? Не, ну можно еще тут будет по одной начать, ну, чуть-чуть погреться еще. Так, что... варится курица у нас. Не, все-таки я спрошу лук у этого, как его, у Олега. Ну, Аслан вот руководит процессом. Так, нормально. Лось пробежал, бык и медведь. Три штуки. А, три. Уже три, да? Да, три были. Лось, от лошадь тыгдымская. Да. Вечерняя лошадь. Не, ну откуда ты знал, что это тыгдымская? Да бык был, я тебе говорю. Не, я понял. Так она сама сказала. А, она сама сказала, я бык. Тыгдымская лошадь. А, ну да. Потом медведь гнался за быком. За быком. Да. А лошадь? А лошадь бежала, а там киргиз бежал за лошадью, гнался. Узбек. Да, узбек, да. Такой узкий глазик, такой узкий. Сейчас Шамиль станет возле Эльбруса, да? Все, мы уже стоим. Да, возле Эльбруса я не знаю. Не, ну вот мы поднялись на два уровня. У нас еще один уровень, чтобы подняться до приюта 11. Да. Но я не знаю, мы будем подниматься или нет. Это мы еще обсудим, да? Да, это еще обсудим. Ну, женщина правильно сказала, что если мы такие красавцы, значит, надо и подняться. Да, просто жопа замерзнет и все. Ну, просто. Да, просто вот замерзешь жопой и все. Ну представь, 12 минут посидеть вот так, в кресле. Молодец, да?
Мы не собирались подниматься на приют 11, так мы все равно поднялись, потому что стали еще ближе к Эльбрусу. На высоте 3800. Посмотрели, что там еще делают. Еще один уровень на высоте 4200 будет, но это чуть-чуть попозже.